Да. Хурма. Здесь это называется каки в Испании. Увидели дерево, как оно реально растет. Собирать ее с дерева одно удовольствие. А какое оно вкусное. Ну, это, конечно, хурма не магазинная. В магазине тоже вкусная, но та, которая, так сказать, здешняя, она, Прямо с дерева это да, просто объедение. это просто Каки. мед. Ну до чего вкусные. Вы не представляете. Это вот такой вот янтарный. Вкусно, вкусно.